каждый день. Вашему вниманию предоставляется вот такая вот малютка Мэгги, которая абсолютно еще не умеет ходить в туалет. Но зато она очень хорошо смывается, если что, сразу сливается. Ладно, друзья, вы знаете, чуть-чуть мне захотелось пройти игру с этой Мэгги. О, ничего себе. Что-то у тебя какое-то платье желейное, хвост вырос, ладно. Я не пойму, она, кстати, лысая или нет? Бантик вроде бы есть, это оп, а, боже мой. Я никогда не мог подумать, что Мэгги такая страшная. Смотрите, друзья, обзор на Мэгги. Во-первых, нос как у алкаша, ну что это такое? И как палец моего деда, ё-моё, на большой ноге. Что это за соска, смотрите, соска, как будто, ну я не знаю, это... Ох и лысый черт, Мэгги, да ты черт лысый. Посмотрите на ее глаза. Это ж какая... Я даже не знаю, как это называется сейчас. Я просто не понимаю. Это легендарная такая Мэгги. Ладно, пусть посидит. Сейчас попробуем пройти чуть-чуть эту игру. Возьмите бутылочку в холодильнике. Так, у этой Мэгги уже и так соска во рту. Куда еще ей бутылочку? Кстати, мне кажется, она еще маленькое молоко пить. Ну ладно, сейчас проверим. Это же у нас не простое молоко, а козиное. А от козиного молока у детей вот такая вот реакция. О, пожалуйста, не, ничего. Ой-ой-ой-ой-ой, да здесь, ё-моё, здесь черви заведутся в памперсах, так обкидалась. Ладно, передательный стол. О, кстати, вот так вот нужно, раз ты в таком платье, то вот так вот лететь будет тебе очень мягко, вот так. Лусь на пеленалку, хорош, ну не трехочковый, но попал. Возьмите поджузники. Вот это накатились, несу подгузники для Мэгги в игре The Baby in Yellow. Ну-ка, чё, уложите малыша спать, ой. Муги-буги-муги-буги-буги-буги, мы похожи на арбуги, буги-буги-буги, мы желтые арбуги. Деду, нижняя челюсть у нее, конечно, ха, боже мой, как алкаш, Мэгги, ты же девочка, ё-моё, чё ты как, чё? Я боюсь, реально, друзья, я боюсь ее. Посмотрите, она самая страшная. Я просто, вы знаете, я честно признаюсь, я забыл немножко. Она в мультике такая же или нет? Потому что какая-то она здесь как черт какой-то. Челюсть какая, нос какой. И как это, я вот не пойму, что как-то челюсть на уровне с носом. Вот так, смотрите, вот совпадает. О, она в это кольцо пролезет, ну-ка. Не, ну она не баскетболистка, не баскетболистка, не, хорошо, сейчас проверим ее на стерильность, вот так вот в стиральную машину, хлоп, ну не залазь, ну хорошо, вот так вот. Ну, Мэгги, у нас есть такая традиция отправляться в космос, поэтому ты уж не серчай на меня, не серчай. Ничего себе, платье вылетает из стиральной машины. Ну ладно, то вот такое платье обкаканное. А, я же и поменял подгузники, можно было ее не стирать. Ну ладно, Мэгги, я тебя жду, 3, 2, 1. Понятно, как всегда, как у всех нормальных людей, только еще в маленьком возрасте уже пукает, как взрослый дядька. Итак, друзья, на часах 00:00, а Мэгги спит с открытыми глазами, как зомби. Ну вот, зомби врезала, ты что, зомби врезала, зомборезка, зомборезка лысая, желтая. Ладно, друзья, забираем этого зомбаря и несем ее на первый этаж, потому что у нас еще куча дел. Вот так вот нужно посадить и проверить, какая у нее будет реакция. Итак, друзья, радиоактивная Мэгги. Чпунь, вот так, и лусь-лусь. Ничего себе, хоро, нет, ну понятно, это она прошла хорошо, садим обратно и сразу же, айка, хорош, не, ну на стол напукала, ё-моё, ну девочка, ну какие у тебя привычки, ёлки-палки, насвердела на стол, слушай меня внимательно, так как ты у нас здесь первый раз, то я тебе покажу наш бесплатный туалет. Вот за этот туалет платить не надо. Вот, это так называемый туалет дяди Вовы. Слушай меня, Мэгги, и запоминай. Каждый раз, когда ты какаешь дяди Вове на туалет, мы все громко смеемся, ставим лайки на видео и экономим воду с нашего туалетного бачка. Потому что вот здесь смывать не нужно. И поэтому нам квитанция за воду приходит очень маленькая. Поэтому какай и не отказывай себе ни в чем. Итак, друзья, конечно же, пришло время проверить, как Мэгги умеет готовить кушать. Для этого нам нужно ее вот так вот призакрыть. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну-ка, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Интересно! Ничего себе! Башкой разбила сразу одну кружку и одну тарелку. Ну, в принципе, не так-то много, ну ладно. Итак, Мэгги, у нас еще есть одна такая вот традиция за красивые выстрелы из духовки получать киндер-сюрприз. И лусь! Поздравляю, ты выиграла желток. Но на моей практике еще никто не выигрывал что-нибудь такое настоящее. Только желтки все попадаются. Еще, Мэгги, у меня для тебя есть очень огромный сюрприз. Но сначала ты покажешь, как ты танцуешь. Ой! Мэгги,
вот, собственно, и сюрприз привалил, смотри. Вот и подвалил сюрприз, вот он, смотри, как залетел. Ё-моё, я не понял. Она тебе что, нравится, лысый? Ну-ка, признавайся, ты посмотри, какой кавалер лысый залетел. Сразу танцевать давай. Ой, хорош, она ему пендель дала. Ладно, друзья, пришло время посмотреть, кто из них дальше всего выпрыгнет из этой печки-духовки, понятно? Поэтому, в смысле, я не понял. Ой, ё-моё, пианино, опа-на, вот здесь эта штука пряталась, понятненько. Но я не знаю, как пианино теперь назад поставить ровненько. Друзья, я вообще в шоке, как у нас дома появилось пианино, это, конечно, да, это, наверное, дядя Вова. Дядь Вова притолочил нам это пианино, как мне его убрать? Ты что-то видишь? Я не вижу, вроде убралось, да, пианино? Ну я вообще в шоке, ну эта игра просто непредсказуемая, Мэгги. Тебе что, холодно? Чё ты руки сложила, ё-моё? А вот Мэгги летает у нас на самолетике по коридорчикам, вот такой вот лысый медоед. Чьи-то копыта торчат, я не понял. Лысый, это, понятно, это копыта лысого пилота. Чё летает так долго, ё-моё? Ну давай, лети за мной, лети. А ну-ка, он попадет в дверь. Попал, ничего себе! Ай, ударился у дяди Вовы квартиру, ударился, ё-моё. Мэгги, еще у нас есть вот такой вот магический лифт, в котором пропадают двери по щелчку пальца. И клац, видишь? Ой, ничего себе, это кто? Лысый, это ты там пукаешь, ё-моё. Но, Мэгги, конечно же, в этот лифт мы заходить не будем ни в коем случае, потому что там летает радиация от вот этого лысого человека. В общем, я тебе в двух словах быстренько расскажу, слушай меня внимательно. Вот этот лысый человек на самолете, который сидит, он летает за счет своей пердячей тяги. Его самолетик, который я ему сконструировал, он летит у него на пердячей тяге. То есть смотри, слушай меня внимательно, Мэгги. У него к памперсам приделанный бак. И когда он пукает, его бак заправляется передачей тягой, и он, видишь, вон, вот так летит, и перемещается, вот смотри. И пошел, видишь, это на самом деле у него бесконечное топливо. Потому что в таком возрасте он пукает всегда и везде. Поэтому он себе может позволить летать сколько хочешь и сколько угодно. Вот смотри, полетел. Друзья, вы же меня простите, но мне хочется вот эту дверьку вот так вот подубрать и проверить, что там в темной комнате. Что же в той темноте находится? Ну-ка, лысый, попробуй-ка мне разгадать эту тайну. Ой, одни глаза, ё-моё, он что, возвращается? Не пойму. Лысый, лети сюда, ой. Ой, братуха, вот это прошу простить по-братски, вот это да. Ну, друзья, вы знаете, никому не посоветую жить в темной комнате без света. Ты знаешь, что-то мне страшно стало, нужно мне отсюда убегать, ё-моё. О, а ты уже здесь, ёлки-палки, это магические сатанисты. О, Скибиди Мэгги туалет, такого еще тоже не было. Сейчас посмотрим, как оно получится, если вот так вот сделать это по-красивому. Тихо, Мэгги, лусь. Не, Скибиди туалет не получится. Не получится. Ну-ка, хорошо. Сейчас она пусть шандарахнется. Хорош, на полотенечке мамы упала. Вот это Дотя. Вот какая Дотя послушная. Упала на полотенечке мамы нашей. Эти полотенечки подарили мы нашей маме. Это же не значит, что ты должна на них накикать. Ты видел, брателло, Мэгги обкикала полотенце, которое мы собирали и покупали нашей маме на день рождения. Поэтому, лысый обобус, квантовый ты автобус. Ё-моё, вот это я придумал. Лысый обобус, квантовый автобус. Хо-хо-хо-хо. Мэгги, я принес тебе штучку, которая заставит тебя отсюда слезть. Вот так. Ой, хорош, как привидение пошло по квартире. Ё-моё. Мэгги, хватит кружиться в своем платье, ёлки-палки. Друзья, уважаемые дамы и господа, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно напишите в комментариях «Лысая Мэгги». Так я буду знать, что вы смотрите мое видео от начала и до конца. Ну-ка, и включи мусорочку, ну-ка, неужели сразу Понятно, что-то перевернулось, что-то жизнь пошла наоборот, задом наоборот, жизнь мимо прошла, лусь, хорош, снова разбила платьем своим все тарелки в доме. Ну ладно, друзья, уважаемые дамы и господа, это была такая ознакомительная серия с Мэгги, новым персонажем в нашей игре The Baby in Yellow. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите любой комментарий и ждите мою следующую упоморочительную интересную серию. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю.